Телеканал КРТ представляє. Нехай Москва лежить в руїнах, а нам на це начхати. Смерть, смерть москалям, смерть, смерть москалям. Yes, sir. Это «Птенцы. Революции достоинства». Будущее – пушечное мясо для братоубийственной войны. Детский лагерь батальона «Азов». Здесь, точно так же, как и в лагерях террористов в Сирии, местные нацисты натаскивают детей, делая из них не людей, а зверенышей, озлобленных и безжалостных. Как вы можете прокомментировать? Смотрите, Дмитрий, ну, первое, они сказали, что это птенцы Майдана. Конечно, это никакие не птенцы Майдана, потому что Майдан был русскоязычный, по большей части, и стоял совершенно за другое. Просто когда власть на Майдане захватили политические проходимцы, они буквально через какое-то время после Майдана передернули такие лозунги, которых на Майдане не было. Никто там не стоял за Бандеру, за подавление русского языка и прочего. Да и никому не секрет, что половина Майдана финансировалась теми же регионалами, да. Ну ладно, это следующее. Дальше, вот что здесь показали, это Аваков-Югент, понимаете. Ну, должны же на востоке Украины, да, вот быть пушечное мясо, да, которому будут там киши наматывать на танковые гусеницы, пока чьи-то детки будут в Лондоне плясать, будут в Италии отдыхать и в благословенной Швейцарии учиться, да. Вот и все. То есть, ну, нужно пушечное мясо. Его можно легко обработать, пока оно в юном возрасте. Я не понимаю, что в голове у родителей, которые отдают своих детей, лучше бы заставляли их книжки читать, да, и спортом заниматься. А показывают здесь следующее россиянам, что у нас же их готовят, вот этих вот славных Аваков-Югенцев, не для войны с Россией, по большей части. С Россией воевать же они боятся, я что-то не вижу, как славный полк Азов Крым освобождает, да, или вот эти вот зигующие пацаны перебрасываются отдельными группами в Крым, да, и освобождают там территорию. Чё, Кубань, вот, или ещё. Кубань, да, они только в своих влажных мечтах. Они же, на вас, вообще, большинство из них даже и на восток Украины против вооруженных формирований ЛДНР воевать не едут. Они идут воевать с врачами, которые требуют, значит, выплатить зарплату. Они идут с журналистами воевать, избивать вот эти вот. Они на шария толпой, да, нападают на журналистов и на активистов по одному. Вот для этого их готовят. И россиянам показывают, что, ребята, смотрите, к чему приводит оголтелый национализм, когда ты не просто там даже уже больше за Украину, а по указанию своего фюрера, да, нападаешь на лиц, на которых вешают язык москаль. Вот Дмитрий Василец, москаль. Все, и эти, как бы, с обработанными мозгами нападают. Их, как бы, ждет в жизни катастрофа и личностная, да, и как профессионалах и прочих, потому что они борются за ложные идеалы, а по сути, пусть лучше посмотрят на доходы теневые своего руководства.